Накануне в Дагестане состоялась 26-я сессия Народного собрания депутатов 7-го созыва. В рамках заседания был рассмотрен законопроект о внесении изменений в статьи 1.6 Закона Республики о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, а также детей, которые остались без попечения родителей. Принятие этого документа даст возможность этой категории граждан пройти бесплатное повторное профессиональное обучение для получения новой профессии рабочего или служащего. При этом обучающимся по очной форме в течение всего периода учебы за счет средств регионального бюджета предусматривается выплата на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие. С принятием закона Народным собранием правительство Дагестана подготовит соответствующий нормативный документ, где будут установлены размер и порядок указанных выплат. Председатель Заур Аскендеров выразил уверенность, что принятые изменения будут еще одной реальной формой помощи детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.